вот счастье и взрослых, и детей, оно зависит от количества денег? Нет. Нет? Оно зависит от того, что все, всем приятно что-то делают. Счастье – это когда все живы, здоровы. Я говорю, я люблю мороженое. И когда ты отличник. Кому-то сделали вот поступок добрый. Это вот счастье. Может быть, ты торт хочешь? Торт хочешь сейчас? Ой, я знаю торт учителя. Когда смотришь мультики и играешь в Майнкрафт. Когда я после школы гуляю. А как думаете, может быть счастье постоянно? Вот каждую секунду человек счастлив? Нет. Нет. Бывает, когда я разочарован. Утка. У меня утка. Уточка. Бассейн. Получить пятерку, и тогда ты будешь счастлив. Когда папа дарит маме розочку. Чтобы деньги получать, а то еду-то надо покупать. Маме нравится, когда я себя хорошо веду в школе, и когда я получаю какие-нибудь там четверки, пятерки. Сегодня моя мама счастлива, потому что у нее сегодня день рождения. А вы сами хотите работать? Да. Я да. Я тоже. Я бы работала вместо мамы. Лучше не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей. Ну или хотя бы здоровье побольше. Скажите, а можно всегда-всегда быть счастливым каждую секунду жизни? Нет. Там... Оптимистом. Хотела бы, чтобы кто-то взял бы вещь, бип-бип, и дала бы им деньги бы. Вот такая застрял ты в лесу, у тебя очень много денег и зажигалка. Что ты будешь делать? Ты будешь сжигать деньги, да, чтобы выжить. Я пока что в школе зарабатываю деньги. У меня пока что 365. Но я дома тоже зарабатываю. Я коплю на новую машину, называется Lexus. Можешь получить плохую оценку. Можешь что-то натворить плохое. И это счастье точно не принесет. Самое главное правило в жизни счастливого человека такое? Быть здоровым. Заниматься спортом, делать все по правилам. Нет, если вот кто-то попросил что-то сделать, надо выполнить. А если ты не выполнишь, тебе сделают плохо. А если ты выполнишь, тебе сделают хорошо. Слушай, я на кикбоксинг один раз ходила. Без зубов осталось. Если человек хулиганистый, то нет. А если человек веселый оптимист, то да. Нет, человек хулиганистый, и у него тоже есть счастье. Он что-то творит, и для него это только радость. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится.